Правительственный ретро-автомобиль ГАЗ-14 «Чайка» передан в выставочный павильон «Гараж СССР Рота Мототехника» для постоянного экспонирования. Автомобиль закончил свою эксплуатацию 10 лет назад. По городу до ворот усадьбы Ульяновых он был доставлен на эвакуаторе, а во двор въехал своим ходом. В сегодняшнее время бытует мнение о том, что мы якобы не умеем делать хорошие автомобили, и что самый лучший автомобиль – это где-нибудь сделано либо на Западе, либо в Японии или в Корее, то это, наверное, глубокое заблуждение, потому что вот то, что сейчас мы видим, это по-настоящему не просто автомобиль, это, наверное, даже произведение искусств, причем все сделано для удобства человека. Это и коробка-автомат, и очень удобное сиденье, а самое главное, вот, как рассказывают, очень безопасное. Автомобиль 1984 года выпуска – продукт Горьковского автозавода. «Чайку» приобрели для руководителя области Юрия Фроловича Горячего. В то время машина была единственным авто в регионе данной модели. Автомобиль действительно уникален. Он оснащен 6-литровым 8-цилиндровым бензиновым двигателем от бронетранспортера и автоматической коробкой передач. Машина могла разгоняться практически до 200 км в час, имела максимальный уровень безопасности и комфорта для своего водителя. Времени. Таких «Чаек» было выпущено всего 1120 штук. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.